В Чебоксарах началось строительство будущего кадетского корпуса имени Кочетова. Как известно, он расположится за Дворцом культуры тракторостроителей. Все планы утверждены, проекты согласованы, состоялись публичные обсуждения. Тем не менее, у некоторых чебоксарцев возникло опасение, не нанесет ли стройка ущерб зеленым насаждениям. Наша съемочная группа отправилась на стройплощадку, чтобы увидеть все своими глазами. Сегодняшнее состояние рощи за ДК тракторостроителей вызывает куда больше беспокойства, чем предполагаемый ущерб, который может нанести ей строительство кадетской школы. Повсюду кострище, пластиковая посуда, бутылки, пакеты и то, что ни показать, ни даже назвать в эфире невозможно. Что же касается зеленых насаждений, то они растут двумя полосами. Строительство же пока ведется посередине. Все процедуры согласования строительства кадетской школы прошли. Вы посмотрите, какое огромное количество людей работало над этим проектом. Проектировщики, архитекторы. Одни технические условия были согласованы с огромным количеством организаций. Водоканал, коммунальные технологии, Ростелеком, управление ЖКХ, благоустройство. Если посмотреть, мы не затрагиваем практически сам лес. Мы затрагиваем именно серединную территорию. Здание будет находиться вот как-то посередке. Затрагивает фонтанную группу, вы видите. То есть будет идти вдоль фонтанных групп, которые, в общем-то, назвать фонтанами сегодня, не поднимается, как говорится, рука. Что же до вырубки, то в первую очередь она коснется не деревьев, а поросли самосева, которая заполонила рощу за долгие годы.